Приветище, это Супраленд, и мы снова сюда вернулись. С единственной погрешностью, что мы не на поверхности, а на 6 дюймов ниже мира Супраленд. Хотя это и есть мир Супраленда, просто мы под ним. Ну, под землей, короче. В прошлой серии мы шастали с тобой по темной пещере с раскаленным шаром. Я заметил там майнкрафтовскую стенку и говорю, что я сюда вернусь. Говорил, что вернусь, но, видишь, я забыл. И забыл туда вернуться, но уже обратно пути нету. Тут, видишь, не запрыгнуть уже никак, ту стенку не сломать, а там наверняка был тайник, там был какой-нибудь прикольный, плюшевый и прекрасный апдейт. Но я профукал его. Что ж, тогда движемся обратно, раз назад уже никак. Что нам расскажешь? Как только мы найдем способ безопасно выбраться отсюда, мы спасем всех, кого сможем. Окей. Идем через... Ох ты, ничего себе. Вау. Смотри. Этот зеленый знак может быть знаком для нас. Ну, возможно. Клеттаун. Мы получили достижение. Это город, который называется, собственно, Клеттаун. Он даже выглядит как клетка огромная. Сейчас спускаемся осторожненько, да? Сейчас посмотрим, что там у нас. Давай я, наверное, вот сюда сейчас спрыгну вначале. Опа. А, снова тут эти белые ребята. Вон сундучок вижу. Можно вот так вот, как ассасин, спрыгнуть. А, нет, не могу. А если прыгнусь? Давай прыгнусь. Опа, могу. Опа, я сундучок стырил. Ух ты ж, нифига себе, подставон. Сюрприз. Ха, полоса здоровья, отлично, спасибо. Это то, что нужно. Баночки, скляночки разбивать могу, тут всякие монеточки в них спрятаны. Это я еще вспомнил из прошлых серий. Тут у нас ничего не ломается, майнкрафтовских всяких приблуд нету, так что пойдем, наверное, поболтаем вначале вон с теми перцами, которые стоят наверху, как бомжатники. Бомжатники, чего вы тут третесь? Это может быть охрана, которая предотвращает нападение на Клеттаун. Ребят, у вас меч, меч горит, меч, меч, его надо спасти. Да, облом. Я попытался вытащить, но ты сам видел, что произошло. Ребят, что происходит? Ну и зачем ты бросил мой меч в костер? Я просто подбросил дровишек. Он же деревянный. Да, ребята, мечом-то можно сражаться, а вы последнее свое оружие просто пустили в разнос. Опа. Здоровье. Полоса здоровья. Я вижу противника. И он камнями кидается. Ничего себе. Ничего себе. Держи. Он, кстати, тоже прыщавый. Блин, как же в Варкрафте назывались эти чудики? Такие же прыщавые на стороне гномов. Нет, я не вспомнил. Гнолы, точно. По-моему, их гнолы звали. Ага. Угу. Так, что тут у нас за механизм? О, здоровье можно подлечить. Но чтобы это сделать, нужно наверх запрыгнуть. И шприцом воспользоваться. А, я могу даже вот так вот сделать. Подожди. О, да, масочку для лица сделали. Бодрячком. Несмотря на то, что у меня полное здоровье было, я все равно хотел сделать себе маску. Ну чё, здорово. Можно попрыгать? Нет, это кресло не пружинит. Жалко. До Клеттауна мы сейчас дойдем. Сперва хочу поболтать вот с этим чуваком. Конец. Это начало. Ты видел его глаза? Хватит жопу чесать. Какой он на тебе комбес обтягивающий. Мне кажется, он тебе маленький. И это по-любому чувак с отсылкой на какой-то фильм или на какую-то игру. 100%. Только я не знаю, где я тебя видел. Или не видел. Или начало. Это конец. Конец — это начало. Или начало — это конец. Понятно. О! Стенка, которую можно сломать. А, ну это кристальная стенка. Соответственно, сломать я смогу ее только кристальной киркой. Ну, какой-нибудь мощный. Окей. Что здесь у нас? Плюмбус стоит. Тут нужно... Это что там за вонючка бегает? Забавно. Короче, сюда нужно луч какой-то, красный, не красный, чтобы активировать плюмбус, и что-то тут произошло. Видимо. Может, и не луч, фиг его знает. Значит, идем дальше. Вонючка. Я надеюсь, вот эти газы, они меня не убьют, я же могу сюда встать? Ой, меня может это убить. Меня позеленело так знатненько. Давай в траву вот так вот обчистимся об нее. Нет, это не поможет. Чувачок, вонючка. Вонючка. А, я теперь тоже вонючка, ты смотри, я пахну, мне теперь... А, ну я могу отмыться вон там и вон там. Фух, слава богу. Вонючка, ты что тут делаешь? Я специалист по воде, но барону в Клеттауне не понравилось, что я лил воду в отчетах. В
смысле, влил воду в отчет. Ты по существу не мог ему сказать просто, да? Сейчас, я подожди. Я специалист по воде, но барону Клитауну не понравилось, что я лил воду в отчет. Ну да. Он, короче, там размазывал. Вот еще один вонючка. Он в отчетах размазывал несуществующую проблему. Надо было просто говорить, что у нас засорилась вода, и все. Че ты говоришь? Плюх-плюх. Ясно, тебе нравится плавать вот в этой грязи. А ты что скажешь? Монстры боятся воды, а я боюсь монстров. Откуда они пришли? Да кто ж их знает, откуда они пришли. Да, тут прилично знатно много вонючек. Я могу проторчать в душе целый день. Просто люблю, когда от меня пахнет чистотой и свежестью. Может, ты выйдешь, другим дашь помыться? Надо как-то воду отключить ему. А этот чувак ждет нас. Мой бро пытается отмыться после того, как я бросил в него пакет с мусором. Выходи уже, бро, я тоже хочу. Но бро не хочет. Но я могу сделать... Черт, ничего я не могу сделать пока. Ладно, буду вонючкой. Бомжатским вонючкой. О, красный челик. Красный челик. А ты тут что забыл? Водопроводчик. Я будто сквозь землю провалился и оказался здесь. Как нам выбраться отсюда, ты знаешь? Нет, я не знаю. А как ты сюда попал вообще? Это же тот чувак, который плачет, у которого пот стекает. Мы его видели в бункере. Со всеми я тут поболтал, вот с этими еще чуваками, давай. Это клетка от хомяка, по-моему. Вроде на нее похож. Или для попугайчиков. Че у вас? Эх, тяжелая жизнь в Клитауне. Они выгнали меня из города, потому что у меня кончились деньги. Да, такое бывает. Мне... А как тебя могли из города выгнать, если у тебя кончились деньги? Странно. Жил бы там, не тужил, никому бы не говорил про деньги. Фу, ну и мерзкий же запах, уходи отсюда. Здесь только чистюли. Я хочу в Клитаун, ты че? Нюх-нюх. Давай-ка отсюда, свинка, уходи. Ладно. Ладно, ладно, я пошел. Значит... Почему в кактусе сердечко? Ха, смотри-ка. Ха-ха-ха. Интересно, какая-то приблуда, которой пока что я не могу воспользоваться. Хорошо, значит, заходим в бомж-город. Тебя тоже не пускают в город, можешь жить здесь с нами, вонючками. Ладно, раз вы мне дали добро, то я, пожалуй, поживу. В пакете есть что? Пакет могу собирать и куда-то кидать. Тут ничего нету. Хм. Для чего пакеты? Сейчас выясним. Вот тут могут быть спички. Но до них еще надо добраться. О! О-о-о! Помайнкрафтим. Подубасим. Золотишечка. У меня сейчас будет 20 монеток, да? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. 22. Вообще не дурно. 3 монетки получил. Обожаю добывать майнкрафтовские блоки. Точнее, не добывать, а ломать. И добывать из них золотишечка. Вон там кристальный майнкрафтовский рубеж, который надо будет пробить потом. Какой мощный череп. Все из картона, как в реальных условиях. Значит, это король бомжей. Привет. Мне кажется, что великая свеча с каждым днем становится все меньше. Ну, естественно, она же горит, она плавится. Что ты мне скажешь? Может ли вечная плама привести пожару? Ну, я думаю, что может она привести к пожару. Это вечное пламя у вас? Ну, ладно. Нас ведет вечное пламя. Отлично. Хвала вечному пламени. Там сундук наверху, гляди-ка. Надо будет туда как-то добраться. Король, что расскажешь? Приветствую в нашем скромном городке, юноша. Вечное пламя благословенно, а благословило наш город. Ну, хорошо. Что я здесь могу вообще сделать-то? Вот еще блоки есть, между прочим. Давай сломаем. Бедерих. Бедерих, бедерих, бедерих. Это тоже сломаем. Ничего. Но есть еще один мусор. А вот контейнер мусорный. Подожди-ка. Я думаю, что сюда надо мусор весь перетащить, и я получу достижение, либо еще чего-то. Может быть, улучшалку какую-то. Сейчас. Я соберу весь мусор. Сколько? 25 монеток у меня теперь. Все-все-все. Сейчас я весь мусор притащу. Я видел еще один пакетик. Сейчас мы за ним сбегаем. У тебя тут нет мусора? Никакого. Никто мусор у себя дома не спрятал. Вот еще, кстати, блоки, смотри-ка. По ним можно было бы взобраться. Но я, скорее всего, через клетку не пролезу. Вот эти блоки я даже не знаю. А, там железо. О, золото. Давай сломаем их. Ладно.
Нет, мы сломаем вот этот вот один. Вот. Вот таким вот макаром. А те оставим, да? Возможно, они нам как-нибудь помогут. Мы, наверное, оставим вот так. Да. Пойдем за мешочком. Мешочек, мешочек, мешочек. Мусора. Ой, он даже следы ставит. Смотри, я кидаю его. Видал, да? Он как будто с водой. Там сопли какие-то чьи-то. В принципе, его можно сжечь в вечном огне, я думаю. Хо-хо-хо. Наверное, зря я это сделал. Очень зря. Хвала вечному огню. Ну, теперь последний пакетик я сюда не сношу. Так, ладно, значит, мусор мы должны сжечь для чего-то. Пойдем тогда сходим вот сюда, посмотрим, что у нас здесь. Здесь тоже можно пройти. А, ну тут же стенка эта, которую я не сломаю. Но там есть фиолетовый или фиолетовом костюме чувачок. Че расскажешь? Основной сюжет не связан с этой пещерой, ты же это понимаешь? А че ты такой волшебный? А, это девочка. Ну ладно. Но я сюда все равно хочу пробраться. Я вернусь. Обязательно. Монетки. Оп-оп-оп-оп-оп. Надо монеты потратить, в магазин сходить. А то помнишь, как в предыдущих сериях у меня бывало и монетки отбирали, не только способности. А это, я тебе хочу сказать, довольно сложно собирать монетки визит. Значит, что же мне здесь делать-то? Пойду возьму мусор, посмотрю, насколько долго горит. Насколько долго он горит. Но он быстро тогда сгорел, в принципе. Так, мусор иди сюда. Поджечь домик чей-нибудь попробовать, что ли? Вот так? Ну да, он сразу буквально сгорает. Только ты его подносишь, и все, и капец. Хорошо. А, мусор снова тут появился. Так, подожди, давай-ка я его тогда в мусорку отнесу. Сейчас утащу. Раз он тут. Может, мусором я могу обляпать кого-то? Например, так, вот я кидаю. Нет, это ничего нам никак не помогло. А может быть, мы в воду загрязним? Слушай, это, конечно, ужасно, но пойдем попробуем. Может, нас это как-то выручит. А, тут сейчас, короче, мужик выбежит оттуда, скажет, твою уж налево, вода грязная, я тут моюсь. Сейчас попробуем, сейчас узнаем. Опа-на. Фу-фу-фу, гадость, гадость, я валю. Так, значит, место освободилось, я сейчас быстренько помоюсь. А, лампочка горит. Ну, я вроде бы все, я больше не пах. Все отлично. Теперь я могу пройти. Но подожди, я хочу еще вот с тем чуваком поговорить, который убежал. Ай, ладно, фиг с ним. Убежал и убежал. Отмылся. С этим чуваком я тоже болтал. Заходим, короче, в город. Я теперь не вонючка. Нас же должны пустить, правильно? Привет. Ты пахнешь достаточно чисто, чтобы пройти, так что проходи. Спасибо, бородач, что пустил. Тут точно бедных хватает. С бедняком поделиться чеканной монеты, эх, не хочешь. Чеканы. Да ты вроде не похож на Лютика из Ведьмака, так что не копипасть его песенку чеканной монеты. Че еще у нас тут? Наверху монеты, спички, контейнер не открыть, а можно сломать? Нет. А ты тут что делаешь? Осторожный парень. Эти богачи сожрут тебя и не поперхнутся, и не возбуждайся потом. В смысле возбуждайся? То есть не возмущайся потом, что тебя не предупреждали. Ну, спасибо за предупреждение. Монетки. Здесь не пролезть. Ух ты. Все в порядке. Убогом, омерзительном порядке. Это что, типа мэр, что ли? Погодите. Новый гражданин? Приветствую тебя в Клейтауне, мой синий-синий друг. Здорово, жердей. Я бы пригласил тебя в свое имение на верхнем этаже, но туда могут попасть только лучшие граждане города. А ничего, что я синий и отличаюсь, я как бы как гость здесь. Не? Мы не можем позволить первому встречному подняться по социальной лестнице, пока он не докажет, что достоин этого. Понятно. И как же мне сделать... так, чтобы я был достоин. Поднимите пандус. Пандус подняли. Рынок все порешает, и каждый получит по своим заслугам. Поверь мне. И они упрыгали туда на верхний этаж. Запомни,
Наша экономическая система построена на выкачивании на том, что наверх могут пробиться лишь самые талантливые, а ты пока что не талантлив. Вот свинота, ты не знаешь про мои таланты вообще ничего. А теперь, новичок, придумай что-нибудь, чтобы впечатлить меня. Капец, опять жопу рвать ради какого-то непонятного чудика. О, ты уже здесь, служба безопасности. Кажется, единственный путь на поверхность лежит через верхние этажи города. Ну, логично. И что делать будем? Найди путь наверх, пожалуйста. Да капец! А я хотел, чтобы ты нашел путь наверх, негодяй. Ладно, что, пойдем пошаримся по городу, посмотрим, что кого тут. Что-нибудь расскажешь? Новенький? Держись подальше от меня и моих денег, понял? О, это охранник. Это прыжковая панель барона. И никто ей больше не может воспользоваться. Я могу, если активировать. О, можем зайти сюда. Мне бы магазинчик найти. Ух ты, нифига себе, какие у вас тут приблуды. А что ты делаешь? Расскажешь? Но куда ведет эта труба, куда улетают деньги мои? Да кто ж их знает, видимо, барону. Слушай, какие у вас тут кровати. А кто на последней койке спит в Антаун? Там какой-то явно тощий должен быть, чтобы туда пролезть. Пойдем посмотрим, что у нас не ломается вот здесь. Мусор, естественно, мусор. Деньги. Деньги, деньги, дреби деньги. А ты кто такой? Здорово, Кастрюлич. Помоги мне сжечь пламя революции на четырех свечах в этой пещере. Мы должны свернуть мелочное правительство. Если у тебя получится, я дам тебе кое-что в награду. Ну открывай, я пройду и сожгу эти свечи. Точнее, зажгу. Зажечь пламя революции на четырех свечах в этой пещере. Но она же закрыта. В этой пещере. Или вот в этой пещере. Давай, я тебе помогу. Че ты, пусти меня. Ладно, он меня пока не хочет пускать. Надо не забыть про этого чувака, я про него все равно забуду. Пиши в комментариях, короче, чтобы я ничего не забывал. А то с пещеры я тогда пролетел. О, тут монета. Неплохо. Чего? Ты, иди сюда. Тебе понадобится каменная кирка, чтобы разбить этот железный блок. А, каменная нужна? Я думал, какая-нибудь кристальная. А что еще скажешь? Говорят, что там внизу есть какое-то сокровище. Понятно, значит, там апдейт для меня. Что расскажете? Эти красные, кто они? Иммигранты? А синие тоже иммигрант, между прочим. Ты видела, как они падали с неба? Они пришли сюда, чтобы занять наши рабочие места. Угодите. Ты что скажешь? Когда-то у меня был дом на втором этаже. Несколько монет на черный день лежали. А теперь посмотри на меня. Я нищий. Понятно, четвертый этаж, где-то что-то там лежит у него, сокровище какое-то. Вы знаете фокус левитирующий человек? Я покажу вам его улучшенную версию, если кто-нибудь ненадолго станет моим ассистентом. Давай я стану, смотри, вот он, я ассистент. Давай. Вы знаете фокус левитирующий человек? Да не знаю я, показываю, вот, я твой ассистент. Покажи фокус. О, что произошло? У него цилиндр превратился в шапочку кролика? Ребятишки, вы верите ему? Я так и знал. Там прятался кролик. А, я убрал у него башку и кролик. Ну, в смысле, уши у него. Ну, в смысле, цилиндр я сбил у него, и там уши кролик. Ладно. Мы должны защитить наши деньги. Кто знает, что натворят эти чудаки. Все, короче, хорош читать диалоги. О, а вы тут что, ребят? Что происходит? Ох, жесткое приземление. Теперь голова болит. Вы прямо оттуда упали, что ли? Ну, там вроде как похоже, что поверхность. Ты видел те грабли? Они были гигантскими. Ну да, они здоровенные, как сам паренек был. My beautiful house. Мой прекрасный дом. Мой прекрасный дом. Подожди. Мои И какие-то мои автомобили или что там такое на английском. О, кузня. Здрасте. Вот здесь, наверное, кирку можно купить, слушай. Нифига себе молоточек какой. Забавно. Че расскажешь? Добро пожаловать в мастерскую Степа. Здесь продается все необходимое для добычи полезных ископаемых. С каждой новой киркой вы сможете добывать все больше материалов. О, я могу это сломать. Каменная кирка. Я купил каменную кирку. Зачем я купил каменную кирку? Я потратил кучу денег. Так, значит, я могу сломать вот эту. Ага, железная кирка. Соточку стоит. Ладно, каменная кирка, что она позволит мне? Она мне позволит железные блоки ломать, естественно.
Так, вот эти блоки я теперь могу сломать. О! Смотри-ка, сколько тут всего интересного. С меня улучшение, с тебя деньги. А у тебя... О, меч продаешь? Только сегодня, только сейчас купите двери-стучательную принадлежность всего за 2000 монет. Двери-стучательную принадлежность, это ты про меч? Как бы, я не вижу, что у тебя тут купить можно, но у тебя тут есть кинжал и меч. Значит, что здоровье максимум 1, кирка, дальность удара за 30 монет. Вот это что такое? Карта, хочу карту. 60 монет надо где-то взять. Надо срочно взять 60 монет. Ну там что-то блестит. Там, наверное, горн. Или стол со свечками просто. Так, значит. Теперь я могу спуститься вниз, поскольку у меня крутая кирка. Ну-ка. Да, я могу туда спуститься, но надо ли мне туда сейчас идти? Вот сюда могу еще сходить. Блин, я еще весь город не обшарил. Так, давай-ка мы вернемся. Пока я не забыл про ту стенку. Сломаем ту стенку. Я же могу это сейчас позволить, правильно? Значит, там у нас что-то было, между прочим. Там у нас что-то было, там у нас. Давай-ка сейчас я обратненько быстренько сбегаю. Конечно же, помочь. О, монетки. Хорошо, что я вернулся. Забираем. Вот, да, вот здесь вот где-то что-то было. По-моему, у тебя. Ага, вот оно. Но эту стенку-то я не сломаю. Тут крутая кирка нужна. Даже не за сотню, которая. Адамантия, или как он там называется, стенка эта из адамантия. Но наверху точно ничего нету. Ладно, спускаемся вниз. Идем сейчас к бомж-тауну. Там, где все воняют. И сломаем ту стенку. По идее, кирка наша должна подойти. Естественно, помыться надо только. Оп-оп-оп. Опа, опа. Где этот отмытый паренек? Вот ты где стоишь. Ну что расскажешь? Нас ведет вечное пламя. А, я с тобой, наверное, болтал. Хотя он единственный чистюля тут стоит. И король еще чистый. Ладно, пойдем сломаем вон ту штуку и узнаем, куда она нас приведет. Вот этот чародей, чародейка, говорит, что это не сюжетная ответвь. А мне хочется туда сбегать. Опа. Мы прошли. О, тут опасно довольно. Ух ты ж! Двери закрылись. Попадос. Меч мне бы здесь очень пригодился. Какой-то здоровый. А чё такие крупненькие тут, а? Хорошо, что полоса здоровья появилась. Очень удобно, между прочим. Размотал всех. Меня никто не остановит, даже с киркой. Да, народ тут дофига. Он сверху будет сейчас на меня камень кидать, что ли? Хотя это не народ, это гнолы. Сраные гнолы. Прищавые, ужасные, противные гнолы. Опа, это же... А, чародей! На тебе! Чародей, чародеич. А ты тут что спрятал? Они еще и могут... Нифига себе, ты это видел? Они могут... Ну давай, давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй, попал мне. Ну я сердечко заберу. Есть попадание. Он об стенку ударился. Блин, вот это меня бесит, что они телепортируются. Ну давай. Да блин, опять. На, так тебя сломал. Оп, 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 западня, бежим, бежим отсюда. Черт, вот камни ваши мне вообще не в попад здесь. У меня 3 сердечка, надо быть очень аккуратным. Прям капец, каким аккуратным. Здоровики какие, а. Что-то сзади кто-то еще стреляет, там маг появился. Твою ж Машкину, Костяшкину. Ну давай. Чё ты встал? Ну просто встал. Ух, надо увернуться. Увернуться на тебе. Где ты? Твою ж мать, а? Ну давай спустись или кинь в меня. Есть попадание. Убить их всех. Достижение получил. И здесь сундучок. Что-то тут очень интересное лежит. Ну-ка. Давай. Кирка, дальность удара увеличилась. Интересно, насколько она увеличилась. По всей видимости, тут больше ничего. Ничего. Ну все, значит, я здесь получил апдейт. Хорошо, что я сюда зашел. Пока помнил, сюда зашел. А то потом бы точно забыл. Я думал, мне еще тут денег дадут, но нет. Облом. Чародейка, что теперь ты мне скажешь? Я там все проверил. Основной сюжет не связан. А, понятно. То же самое. Так, значит, здесь мы закончили. По всей видимости. А, ну нет, не закончили. Там еще сундук сверху висит. Надо... Ключик, ты гляди-ка. Нифига себе. Ну, я догадываюсь, как туда добраться.
Мне нужен, помнишь, луч у нас был в Супроленде? Я лучом вот тут цепляюсь, и вон туда могу забраться. Забыл, как он называется. Супролуч или типа того. Хорошо. Дальность стирки мы улучшили. Сейчас еще пошаримся по этому городу. Там не пролезть. Здесь можно поразбивать вот эти банки-склянки. Но монетка была. Отлично. Давай постучимся. В первой части Супроленда можно было мечом стучаться, и кто-то даже двери открывал, я помню это. Или это не... Это в дополнении, где мы ракету запускали. Чтобы забраться туда, мне нужно какое-нибудь снаряжение. Я даже знаю, какое. Возможно, тебе нужен двойной-тройной прыжок, либо супралуч, либо телепорт, пушка. О, я сюда могу зайти? О, вы знаете... А сейчас я заставлю моего ассистента парить при помощи магии. А вот куда надо было зайти, чтобы я ассистировал ему. Ну давай, я хочу лететь. Я лечу. Или нет? Фу, верните мои деньги, облом. Кто его вообще нанял? Ужас какой. Мне, короче, нужно ему подыграть, фокуснику. И тогда он мне что-то даст. Я даже знаю, чтобы мы тут парили... Нужна какая-то нам способность. Да, мне нужно этому волшебнику подыграть, чтобы дети ему поверили. Ясно? Ну вот, я не парю. Открывай двери. Он разочаровался конкретно. Хорошо. Это что за дама, мадама? Ты кто такая? Ну и зачем, спрашивается, он поднял пандус? Теперь я застряла тут с плебеями. Возможно, я могу опустить его при помощи какого-нибудь инструмента. Эй, ты, синий... Опусти панду, чтобы я могла подняться. Хороший вопрос. Я тоже хочу подняться. И мне бы как-нибудь пандус это отпустить. Я надеялся на тебя, тетечка. Но все надеются на меня. Как это? Так, спички. Спички. А я знаю, что мы можем пробраться со спичками. Пойдем-ка мы бомжатню подожжем всю. Хватай спичку. Я просто хочу сжечь там весь этот мусор. И посмотреть, что будет со мной. Какое-нибудь достижение, может, мне дадут? Это же прикольно, взять и жить бомжатню. Ну, с другой стороны, это не совсем гуманно. Ну да ладно, оно там все картонное, подумаешь. А, и свечи можно же зажечь. Точно, про свечи же речь шла. Нам нужно зажечь несколько свеч. Так, получается. Сейчас пойду свечку зажгу. Это будет первая свеча, скорее всего. И картонку заодно подожгу. Так, горит. Картонку сожгли. Пойдем скорее. Быстрее. Так, вот здесь вот спички есть? Да, спички есть. Так, что еще я могу тут поджечь? Ну, вот этот вот дом. Сожгем дом весь. Королевские хоромы. А, все, спичка кончилась. Так. Королевский дом. Вечное пламя вас сгубило, ребята. Все сгорело нафиг. Вот так вот. Теперь у вас нет дома. Мне дадут какое-нибудь достижение, что я ужасный? Чё скажете? Я должен усерднее молиться вечному пламени. Вечное пламя сердится на нас. Ну да, у вас дом же сгорел. Я был наказан. Беру свои слова назад. Вечное пламя никогда не погаснет. Все ясно. А вы что скажете? Ты сжёг мой дом. Вечное пламя говорит, что я должен простить тебя. Меня простить? Ну ладно. В общем, как-то что-то мы повлияли на то, что сожгли их дом. Свечу мы зажгли. Одну из свечей. Значит, где-то еще должны быть свечи. Нужно их... А, вот свеча. Подожди-ка, сейчас. И тогда, когда я зажгу свечи, скорее всего, откроется тот проход. Пещера, про которую мне говорил бомжик. С чем у него? С кастрюлей на башке? Или с чем у него там? Или сковорода на башке? Так, вот эта свеча, сейчас я зажгу. Свечечка, гори. Так, еще одну зажгли. Еще свечи есть где-нибудь тут? Надо посмотреть хорошенько по сторонам. Может, на той стороне? О, траву сжег. Нифига себе, траву сжигать могу зеленую. Ничего ж себе. Давай здесь сожгем. Все нафиг сжег. Прикольно. И ту траву тоже могу сжечь. Но пока что я этим не буду... надо здоровье поправить. Уж пока есть возможность. Пока мы здесь. А то кто знает, что будет дальше. Вот сюда. Плюхаем. Восстанавливаемся. О, отлично.
Пойдем теперь по... А, слушай, а я же теперь вонючка, а ворота открыты. И этого чувака нет. Я сюда забегаю, вонючка, и что мне скажут? Я вонючка забежал. Хо-хо-хо-хо-хо. Ничего мне никто не сказал. Всем пофиг. Вон свеча еще одна. Мне нужно туда как-то пробраться. Ладно. Пойдем теперь прошвырнемся дальше. Вот в этот... В кузне мы были с тобой. Вот в этот домик мы забежим. Подожди, вот тут можно еще пройти. Тупик. Тупик, тупик, тупик. Монетка. Сундук, с которого тоже монеты качаются. Плюмбу со свечой. Ясно. Тут у нас что, привет? Что тебе? Иди куда шел, не мешай. Здесь вот тоже есть проходик. Чей-то домик. Ух ты, нифига себе, там золото. Золотишечко. А в этот дом можно пройти? Нужна зеленая труба, чтобы сюда пройти. Ух ты, нифига себе, через эти трубы можно попасть в разные части других городов. Ну, точнее, не в разные части, а в другие города попасть. Либо в другие локации. То есть вот это вот, наверное, вулкан. Там склад золота, там пляж. Угу. А можно этого чувака сломать? Такой гордый тут стоит. Вот у нас еще есть майнкрафтовские камушки. Золотишечко. Е-е-е. Двадцатка. Денег у меня есть. Нифига себе, какой там свет. Что? Ты что там делаешь? Ты что там заперся? Какая там монетка здоровая, ты видел? Вон. Крутится у него. Надо туда как-то попасть. Попробуем постучать? Нет. Для стучания явно нужен меч. Свеча еще одна. Я знаю, откуда зажечь свечку. Сейчас минуточку. Надеюсь, та маленькая свечка поможет нам. Зажгет. Да, получилось. Получилось, получилось. Сколько я свечек зажег уже? 3. И осталась еще одна. Так, так, так. Есть? Зажгли? Ну, вроде бы город я весь обшарил. Весь обшарил? А это что такое? Цветы? Ну все, получается, я здесь закончил. В этом городе все обшарил. Все возможные пути. Прыгаем теперь вниз. Юху! Полетели. Бум. Кажется, еще... водопроводная система. Здесь не пройти, тут тоже не пройти. Запрыгиваем. Ну, началось. Прыжки. Зеленый ключ нужен. Где есть зеленый ключ? Проблема в том, что обратно я уже не вернусь. А, вон туда нам надо. Вон туда нам надо, вот смотри. Вот тут мы пролезем. Как быстро теперь этой киркой все ломается-то. Шикарно. А вот и ключик, собственно. Все здесь было спрятано. Хорошо. Это нам на руку. Опа. Ну давай же, запрыгивай. Не дрейф. Есть. Забегаем. Надо смотреть очень внимательно. Вдруг тут есть где-то майнкрафтовские блоки. Они, между прочим, хоть и... Ого. И заметны эти блоки, но... Я, бывает, их пропускаю. Что-то тут у нас будет дель... О, силовой луч, наконец-то! Вот, это, короче, не супра-луч, а силовой луч. Теперь я смогу левитировать, между прочим. Может, подожди-ка, вон там вот что-то еще есть. Что-то там от нас спрятали. Как бы мне теперь туда вот запрыгнуть-то, а? Есть там что? Да, там сундук, блинский. Так, а если я попробую с разбега вот так вот? Опа, почти, почти, двойной прыжок нужен. Мне чуть-чуть тут буквально не хватает. Эх, как бы... Ну, через трубы точно не получится. Да, туда никак. И даже лучом не зацепиться за сундук, к сожалению. Ладно, тогда уходим отсюда. Нам тут больше делать нечего. Надо только не забыть сюда вернуться потом. О-о-о-о, силовой луч. Спасибо тебе, что ты есть у меня. Я снова вернул свои силы. Теперь наверх. Окей. Цепляемся. Тут у нас сундучок. Секретная локация. Регенерация здоровья +1. О, кстати, смотри, у меня здоровье теперь оранжевое. Ну, желтое. Ну да, это скорее всего желто-оранжевое. Не... Такой цвет непонятный. Короче, красное и желтое. Ладно, это оранжевое пускай будет. Он какой-то грязный желтый. Теперь мне нужно как-то выбраться отсюда наверх. Туда, в дырку, я не пропаду никак. А, вот.
Ага, ясно. Затем поднять его. Прикрепите к объекту, который можно переместить. Ну все, я хочу лучше-то убрать теперь. Вот, отлично. Мы здесь. Силовой луч у нас может электричество передавать. Ага, ясно. Так, подожди. Как бы мне это сделать? Надо опустить вначале эту фигню. А. Ага. Ага. Тогда вот так вот делаем. Поднимаемся. Лучик убираем. Лучик убираем, говорю. А, вот, чтобы убрать все. Вспомнил, как им пользоваться. Наконец-то. Внизу что у нас? Здесь труба, через которую мы, скорее всего, попадем в зал труб. Где большое количество, через которое мы могли попасть в любую локацию в этом мире подземном. Открываем, короче. Ну, подожди, нет, не открываем. Мы сейчас вначале монеточки попробуем забрать. Вот. Давай, цепляй сюда. Ну, цепляйся же. Ладно. Вот так вот сделаем. А, не получается. Тогда мы сделаем немного по-другому. Давай, натягивай. Вот. Отлично. Монетки у меня есть. Это убираем. Это поднимаем. Заходим. И где я очутился? А, в другом месте даже. Это сломать нужно. Найдите улучшения, которые помогут вам забраться наверх. Ну, теперь-то я смогу залезть. Это 100%. Где я вылезу? Вначале я хочу еще свеча. Свечу зажечь. Тут свечей, на самом деле, дофига. По этому лучу можно подниматься под очень крутым углом. Ну, вон туда хочу попасть. Вот так вот сделаем. И киркой сломаю вот эту штуку. Давай, кирочек. Да, золотишко. Вот это все нафиг сломать. Мало ли, вдруг тут еще что-то есть интересное. Не, походу ничего больше нету. Всегда прикалывал в Майнкрафте, когда ты ломаешь блоки, не песчаные блоки, а обычные, то те, которые были сверху, они остаются наверху. Это забавно, они как будто левитируют. Так, кнопка есть, которая активирует... А, дверь открывает. Давай откроем. Я до сих пор бегаю вонючкой. Мне по приколу. Здесь у нас щиты... О! Опа. Вот здесь вот тоже можем пройти. Хм. И внутрь попасть, видимо, отсюда можем. Так, запрыгиваем сюда, потом вот сюда, ломаем. Все, золотишко. Ты слышишь эти звуки? А, эта труба, наверное, работает так. Как будто кто-то медитирует или что-то подобное. Так, хорошо, давай сюда спрыгнем, посмотрим, тут у нас кто. Чего? Кто-то живет? Сундук. Регенерация здоровья. Так, теперь у меня 3 сердечка регенерируют, 4 не регенерирует. Здесь ничего. Хм, странно, а почему тут блоки стоят? Для чего? Внизу? Нифига. Ну, тогда надо... Мы же перепрыгнем. А, ну вот так вот можем пройти, в принципе. Не, давай в другую сторону. Я сделаю сейчас вот так. Ну же. Не получается. О, можно, да, в принципе. Сейчас, подождите. Подождите, вот так вот сделаем. Да что ж такое-то? И получу подняться. О, другой разговор. Вот сюда запрыгнем. 41 монетка у меня. Скоро я смогу получить крутую кирку. Значит, у нас там свеча, по-моему, была. Или где я ее видел? Да, по-моему, там я свечу видел. Нам нужно туда пробраться. Значит, вот у нас свечка. Я делаю подъем вот здесь вот. Вот так вот. Ну давай. Ты можешь сделать тут подъем. Вот. Вот тут подъем. Свечку я зажгу в домике. Точнее, спичку зажгу в домике. Я беру спичку, бегу отсюда туда. Сейчас. И надо вот туда еще зайти. Местечко, которое мы с тобой открыли. Так. Ну и все получится. Это 4 свечи я зажгу. Там должен открыться потайной проход какой-то. Опа! Есть. 4 свечи. Можем теперь бомжом к тому сходить. Узнать, что он думает на этот счет. Но сперва я по крыше погуляю. Обожаю гулять по крыше. У нас еще больше монеток. Здорово. Бомжонок, ты тут? Он тут. Сейчас я спущусь. Вот тут вот еще пошарюсь. Все блоки сломаю. Баблишки заберу.
О, прилично бабла поднял. Все готово. Ну, теперь там, в принципе, ничего интересного. Там монетки наверху. Ну, что скажешь-то? Все, 4 свечи зажег. Если у тебя получится, я дам тебе кое-что в награду. Помоги мне зажечь пламя революции на 4 свечах в этой пещере. В этой пещере? Короче, под этой пещерой он подразумевает сам Клиттаун. Хорошо, у нас есть еще одна свечка. А что ты мне машешь? Ну-ка, давай поговорим. Чтобы попасть на... А, старье. Старье. Вот, свечка у нас имеется. Так, сейчас мы сделаем вот так вот. Опа. А, она под стеклом. Туда не так-то просто попасть. Вот эти блоки ломаются, нам нужно в дом попасть. Ага, все, понял. Мы сейчас вот это сожгем и попадем в дом. 100%. Опа. Есть. Значит, пойдем за спичкой. А спичку, интересно, облучь можно зажечь? Сейчас попробую, подожди. Нет, облучь не зажечь. Но у нас есть свеча, которая вот здесь, вот я где-то поджигал ее. Вот она, эта свечка. Так, бежим. Если все грамотно сделать, то я могу за один заход сжечь картон, разбить... Нет, не смогу за один заход. Скорее всего, спичка потухнет. Поджигаем. Есть. Вот сюда. Давай. Есть! За один заход получилось. Ништяк, красава. Могу, умею, практикую. Цветочки. Для чего нам цветочки? Я могу их взять, кому-то задарить что-то. Должен я этими цветочками задобрить кого-то. Фу, там какая... Фу, это туалет. Да. Откроем двери, значит. Теперь что? Доступ к цветам у нас появился. Пойду все монетки сверху сейчас соберу. Чё бы нет. Ого, нифига себе, как тут можно было. Даже без луча, просто перепрыгнуть, как в КС-очке, и все. Ладно. Тут нужен ключик, чтобы попасть внутрь. И куча... Скорее всего, ключик здесь спрятан, 100%. Хотя я не уверен. Нет, ключика здесь нету. Эх, вот еще одна свеча. Значит, сейчас мы ее зажгем. Опаньки. Свечечечку зажгем. Монеточку заберем. Вон туда нам надо. Наверх. Наверх. Там тоже монетки были. Е-е-е. И вот это вот... А, ключ-то вон он где. Все, нам сейчас... Все. Сейчас я знаю, как что сделать. Спичку берем, свечу поджигаем. И получается, что... Сколько я уже внутри Клиттауна зажег свечей? Не знаю. Большое количество. Сейчас по стариночке. Без всяких лучей, просто прыжками переберемся туда. Опа. Зажигаем свечку. Есть. Теперь можем со спокойной душой пойти взять ключик. Пойдем-ка. Где-то я его тут видел. А, можем еще и сундук забрать, точно. По такому поводу давай-ка мы забежим. Это, конечно, будет сложновато. Там же дерева-то нигде нету. Да, зацепиться там не за что будет. Да чтобы нам зацепиться, чтобы туда попасть. Да ни за что ты не зацепишься. Только если за сам сундук, если возможность такая есть. Но я думаю, что навряд ли. Хотя, погоди. Если я цепанусь вон туда... А, сейчас нет. Вначале я цепляюсь вот так вот. Запрыгиваем. Вот так вот. Хочу посмотреть вон нам, что наверху. Может, там есть прыг-панелька какая-то? Нет, тут нифига нету. Так, окей. Ключик там. До сундука точно не добраться. Так, да, мы делаем как? Прыгаем сюда. Надо туда как-то... Хм. Как бы... А, так вот. Сейчас я здесь поднимусь. Поднялись. Не цепляется что-то. Что-то не цепляется. Давай, сейчас. Я вот тут прыгну. О, получилось. Теперь мы... А, оно металлическое. Я думал, оно из дерева. И как бы нам ключик достать? Абламентус.
Никак. Ну, пойдем хотя бы на крышу попробуем залезть. Если у нас это получится. Можно же вот так зацепиться? Можно. Только я сделал немножечко по-другому. О! Идем на крышу. Считай, что я на второй уровень уже попал. Вот она, второй уровень. Там что-то у нас происходит интересное. Могу, в принципе, и вон туда забраться, смотри. Опа. Там теплица. Вжих. Что тут у нас? Привет. А, вот кому, наверное, цветы принести нужно. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Мне нужно пахнуть цветами, чтобы он меня туда впустил. Ого-ого. Нифига себе, какие тут интересные штуки. Вот это можно сломать. Куда-то я вообще забрел конкретно. Куча просто руды с золотом. Железо, золото. Я думал, я сейчас откопаю тут какую-то пещеру. Ну, чё я тебе могу сказать? Надо бы, блин, закругляться уже, а то я так до бесконечности могу играть. Игруха затягивает. Ладно, выбираемся отсюда. Насчет цветов. Блин, сейчас сделать это или нет? Так, рычаг открываем. Дверька открылась. Пойдем, короче, сейчас я цветами обмажусь, помоюсь, правда. И попробуем подойти к тому чувачку. Приду с цветами, наверное. Да, так будет правильнее. Помылись. За цветочком теперь бежим скорее. Кстати, я, наверное, с этим лучом смогу вернуться обратно. В самое начало и в той пещере откопать... То, что я хотел откопать тогда. То, что в комментариях писали. Значит, вот цветочки. Пойдем. Дверки у нас там теперь открыты. Цветочки трясутся. Главное не сломать стебельки. Не оторвать лепестки. Я пришел. Держи. Ты пахнешь? Неинтересно. Как-то не так я пахну. Как бы мне... все, я понял, как мне надо сделать. Я понял. Нам нужно эти цветы закинуть вон туда и помыться в этом всем деле. Сейчас. Вот так вот. Вот, цветочек пускай здесь будет. Теперь я должен пахнуть цветочками, наверное. Чё ты говоришь? И теперь мой бро пахнет еще хуже. Так, а я-то как пахну, я понять не могу. Мне нужно вот прям тебя сюда поставить, вот. Вот, то, что нужно. Все, я теперь цветочками пахну. Отлично. Ребят, заходите, пахните цветочками. Мойтесь. Все для вас. Все для нас. Но, конечно же, в первую очередь для себя. Ну, что скажешь, я теперь пахну так же, как ты. Ох, мой друг, ты тоже любишь цветы? Да, обожаю просто их. Ну, заходи. Теплица. Я просто обожаю цветы. Так, а для чего мне... Ага. Теплица у нас тоже сундук. Здоровье максимальное плюс один. Спасибо. Так, что ж. Я думаю, что надо будет закругляться, но прежде чем я это сделаю... Вон там красный чувак. Прежде чем я это сделаю... Блин, все равно даже я не подходя к воде, не касаясь ее, а просто перепрыгнув, все равно завонял. Ты знаешь, что делать. Если тебе понравилось, то ставишь лайк под этим видео. Подписываемся, если не подписан. И ждем следующих крутых роликов, на которых мы с тобой и увидимся, и услышимся. Так что до встречи!